Эй, ты, кончай ружьем махать. Ладно, чё. Суки!
Ты рассказать чего хочешь?
Хрен тебе! Не стоим! Выходи, я тебя слышал.
черт! Меня задело! Суки!
Отходим! Эй, ты там! Сейчас начнем стрелять! Твою мать! Пошли, пошли! Нужно найти его и поскорее.
блядь! Ай, мать! Не задерживаемся! Выходи! Мама! Твою мать, блядь! Ёп! Я ему башку снесу, пусть только высунется. Нас валят! Бля!
черт! Меня задело! Ну быстро, быстро! Нам еще через ползоны пили! Не торопиться.
Ты чё, ухуел? Найду гада, пристрелю на месте.
Ну, привет. Сейчас начнем стрелять! Сталкер! Выходи! Блядь! Не задерживаемся, не задерживаемся! Отходим! Черт! Меня задело! Мочи их! Внимание, противник! Оружие с предохранителя!
земля! Черт, меня задело! Выходи! Вали, козлов! Блядь! Потери! Мама.
Сталкер, выходи! Твою мать! Выходи! По местам! Твою мать! Ёп, блядь, твою мать! Thank you.
Отработали! Больно! Время дорого. Иди своей дорогой, сталкер. Иди своей дорогой, сталкер. Слушай, я... Спасибо тебе. Все, мужики, отбой! Отработали! Больно! Бой окончен! Отработали! Больно! Проходи, не задерживайся. Подходи, сталкер. Для... Спасти. Ведь как знал. Всем спасибо, все свободны. А вот что я еще слышал. Не разъехались в зоне наемники и бандюки. Ну? Ну, повыскакивали, стволы подоставали, пошла пальба. А контролер, что у перекрестка засел, доволен. Вот, мол, как удачно место я выбрал. Давно хотел на настоящие пацанские разборки поглядеть. Здорово. Завалиться бы сейчас подрыхнуть. Минут так на 600. Нет, ну свобода. Анекдот натурально. Чего ты ждал, а? Дебилов накуренных.
Хотя в боевых вопросах они неплохо понимают. Ничего не скажешь. Завалиться бы сейчас подрыхнуть. Минут так на 600. Поговори с барменом. Что? Защитник человечества. Спать хочешь? Нельзя, нельзя. Люди надеются на тебя. Так же надеются. Нифига они про нас не знают. Да и хрен с ней, со славой. Разобраться бы с этим. Посадил как-то дед репу в соль, и выросла репка большая-пребольшая. Такая большая, что если б не ствол, хрен бы дед от нее отбился. Короче,
Давай!
ты рассказывай, с чем пришел. Чего расскажешь хорошего? Есть потери! Он где-то здесь. Твою мать! Твою тёщу! Меня задело! Не подставляться! Тише, ищем. Сталкер, выходи! Черт. Меня задело! Твою мать! Для таких, как ты, тише, у меня всегда есть кое-что интересное. Суки! Тише, ищем. Оружие с предохранителя. Какие новости, сталкер? Оружие к бою! Противник! Внимание, противник! Внимание! Давай, давай! Ай, мать! Оружие к бою! Твою мать!
Ну, привет. Кто-то из них сегодня станет мясом на корм собакам. В буквальном смысле. Начнем! Выпустите собак! Одним неудачником стало меньше. Оба прошли первый круг. Покажите, чему научились. Поехали! Суки! Сегодня мы узнаем, кто он. Претендент на звание чемпиона? Или просто кусок мяса? Отходим! Тише, ищем. Меня! Меня с дороги!
Он от нас не оторвался? Не торопиться! Да, у этих двух парней даже не было шанса! Не стоим на месте, не стоим! Тише, ищем. Твою мать! Найду гада, пристрелю на месте. Выходи, я тебя слышал. Я доберусь. Мужик, я тебя достану. Ты чё, ухуел? Не отрываться! Грабят сталкеров-новичков. Есть потери! Специально приглашенные гости из доблестного ОМОНа! Покажи им, чего ты стоишь! А ну с дороги! Покинули наше мероприятие.
Твою мать! Ай, мать! Твою мать! Башку снесу, пусть только высунется. Все вам, арапы недоделанные. Пацаны! Ёп! Мастера, но с небольшими изменениями. Он даже не подозревал. Итак, нож против FN-2000. Поехали! Подтягиваемся!
твою мать!
привет, брат. Слушаю тебя. Время дорого. Ну, привет.
Какие новости, сталкер? Ну, привет. Ну, привет.
такое, слышали? Проходи, не задерживай. Подходи, сталкер. Это... Прячь оружие, тебя. Сталкер. Оружие, что прячь. Интересное. Жив еще? Ну и отлично. Так, или пушку убери, или дуй отсюда. Хаюшки!